Сегодня мы... Вчера у нас был день рождения, сегодня мы выбрались в баню похмелиться, покупаться. Значит, сегодня мы в комплексе Miami Lux, в самом большом его номере, который называется Aqua City. Будем на горках сегодня кататься. Итак, по порядку. Значит, это отдельная комната с бильярдом. Вот. Скорее всего, мы даже играть не будем. Ну, может, будем, посмотрим. Приехали, в общем, покататься на горках. Вот это вход. Вот. Со входа как бы тут все и начинается. Вещи наши тут. Значит, проходим. Большая комната. Есть даже шест, кто на нем будет плясать. В этом номере первый раз, поэтому не знаю, что здесь как. Номер большой, конечно, народу, блин, можно человек 10-15, да и 20, наверное, вот аэрохоккей, причем можно поиграть. Так, окошечко, тут у нас что-то, скорее всего, какое-то спальное место. Ну да, вот, с матрасом, пойдет. А вот. Короче, самое главное в этом номере, это горки, на которых мы будем кататься. Так, наверху, как сказали, раздевалка для девушек. Тут у нас камин-аквариум. Значит, две душевых кабины, матерые, блин. Две душевых кабины, судя по всему. Туалет, как я догадался. И вот оно что. И вот оно, ради чего мы сюда приехали. Номер, конечно, огромный, блин. Я не знаю. Широкий угол моей камеры, скорее всего, даже не передает весь этот просто пиздец вообще. Значит, подписались мы за инструктаж. Прошли краткий инструктаж по катанию с горок. Подписались за то, что отказались от инструктора. Но, по-видимому, так, тут у нас какая-то хижина. Что это такое тут? Хижина дяди Тома. А, ну еще одно место отдыха. Вот так вот, короче, понырял, пошел, помогу забыл. Понырял, пошел, так, вид через пальмы. Пошел, отдохнул. Сейчас фокус. Эй, фокус, о, молодец. Так что вот. Это значит, сейчас мы все собираемся. Но, кстати, надо сказать, что мы сюда попали с большой скидкой. У Miami Lux есть такая акция, называется «Счастливый звонок». Вообще звонил я в другой номер, но этот номер был занят. И нам предложили посетить Aqua City со скидкой аж 40%. Так что, а мы сюда давно собирались. Поэтому очень довольный, что совместим процесс похмеления после дня рождения таким вот замечательным времяпрепровождением. Единственное, вот эти леса, они тут что-то строят, сказали их не трогать. Я надеюсь, что с горки, ну, наверное, не попаду я. Ну, вообще классно. Общие впечатления положительные. Все, иду переодеваться. И дальше будем уже, ну, тестировать, что ли, я не знаю, как сказать, эти горки. И тарзанку! Значит, девушки переоделись у нас, гремят тут вовсю, гремят бутылками. Да отстаньте вы, я лестницу снимаю. Теперь пойдем попалим, где они тут, блин, тусовались последние 5 минут. Короче, официально заявлено, что это комната для девушек. Ну, типа, с понтом переодеваться. Ну, вот так вот это все выглядит. Фонарик такой. Тут опять же, тут можно везде, по-моему, спать. Так, камера нифига не видит. Сейчас попробую отодвинуть шторки. Тут шторок километр, блин. Ну, в общем, вот так все, короче, выглядит. Все. Идем опять же все-таки переодеваться. Теперь моя очередь уже. Так, значит, я совсем забыл рассказать про то, что еще где-то здесь парилка должна быть. Сейчас мы пойдем... Найдем, сразу я про нее забыл почему-то. А сейчас нам надо пойти и найти эту парилку. Так, я уже переоделся, мы все переоделись, шмякнули пивка. И сейчас, наверное, парилка это вот это вот.
Хорошо-то как. Слушай, парилка-то неплохая, между прочим. Нормально. Все. Ну, номер большой, рассчитан на то, чтобы много людей тут. Окно в Европу, пожалуйста, блин. И в Азию. И вот, и выход. Вот. Фу, главное камеру не перегреть, потому что у меня же не супер-пупер GoPro, у меня лучше. Ну все, начинаем, в общем, по катухе. Не, ну это надо заснять, короче. Это надо реально заснять. Сейчас залез наверх, плюнул, блин. Плюнул, вернулся. Значит, это нижний спуск у нас тут. Сейчас Сережа ушел с него. А это, в общем, верхний, блин. Реально, сейчас туда залез, сверху посмотрел. Думаю, надо вам всем показать это обязательно. Похоже, вон Сережка там ныряет. В общем, вот такой видок отсюда, блин. Караул. Ну-ка, давай газуй быстро. Сейчас мы увидим запуск тела, блин. Так, тело пошло. Ну, давай быстрее, что ты тянешь. Езжай давай, лежа. Во. Бля, ну, похоже, прикольно. Все, сейчас я начинаю, блин. Сейчас будет происходить запуск космонавтов, блин. В эту стратосферу. Ай, молодец, хорошо пошел. И, кстати, вот тут непосредственной близости уже слив другой горки. Слив. Ха, хорошо сказал. Сам не поеду, потому что камера не защищенная от воды. Надо на Али какой-нибудь чехольчик, что ли, заказать водонепроницаемый. Ну, когда мы сюда еще попадем? Так. В общем, несколько раз прошел мимо. Я только недавно, вот сейчас только спалил, что вот под такой сетчатой, значит, ерундой. Вон там вот сверху еще одна комната отдыха. А залазить надо по такому вот тоннелю с веревочными лестниками. Но я туда не полезу уже. Вообще молодцы, понапридумывали, конечно. Фу, всякого разного. Сейчас сверху попробую показать. С монопода сейчас, если видно будет. В общем, вот так вот как это все выглядит. Птички там сверху. Ну и там внутри тоже комната отдыха, судя по всему. Фу, вот только с горки съехал прям, все. Поехал опять, короче. Фу. В общем, отдельно хотелось бы сказать о бассейне, о качестве воды. Вода качество прям идеального. От нее она, вон, смотрите, прозрачная какая, во-первых. Вот. Во-вторых, нету хлорки никакой, блин. То есть не это. Ничего, ни, глаза не першит, блин. Во рту, в смысле, в горле, в носу не першит. Глаза не щипит. Вода классная. Вот дельфин такой эротический. То есть вода качество очень высокого. Вот мы много где ездим. Вы пока еще не знаете об этом, но кто-то едет у нас вон. Вот. Но в сравнении с другими вот саунами, вот такая вот, пожалуйста, посидеть, отдохнуть на улитке можно. Вода очень высокого качества. Прям отлично. Вода теплая. Классно, просто классно. Вот. Поэтому особо хотел отметить момент о том, что вода здесь прям очень высокого качества. Вот душик, кстати, нашелся. Только увидел, что есть душик. Такой вот. Прикольно, блин. А, и вот еще есть такая одна херня. Вот ее, может, не знаю, видно. Должно быть видно. Ведро вон то. И веревочка такая. Сейчас с другой стороны сниму. Короче, из парилочки вышел. Подошел. За веревочку дернул. И убежал. Вот. И очень хорошо. А ведерко причем наполняется само. Ну, видать, там куда-то подведена водичка. Через некоторое время опять можно. Ой, у нас тут чайки еще летают над нами. И вообще экзотические птицы какие-то. Ну, в общем, вот, классно. Номер отличный. Образцово-показательный. Давайте вдвоем с разных горок съедете, я засниму это все.
Ну нормально, первый пошел, то потом второй за ним след. Ну вот. Ты поехала? Серега считает до двух и тоже едет. Сейчас заснимем проездку на горках. Вот там как раз товарищи мои лезут наверх. Классный номер, очень довольны, что попали. Ну, конечно, надо народу больше, компания веселее, хотя нам тоже весело, особенно после вчерашнего дня рождения, блин. Вот. Но классно, классно. Эмоции только положительные очень. Считай! Давай, Серега! Наверное. Ну, почти получилось. Ну классно, классно. Классно. Ну, в общем, продолжаем веселиться и купаться. Раз мы уже. Вот такой вот вид, короче. Значит, номер стоит 3600 за час. С пятницы по воскресенье. И с понедельника по четверг 2500. Пятый час бесплатно. То есть компания, насколько помню, там чуть не до 30 человек. Но надо уточнять. Но здесь 15 спокойно проходит. Поэтому вот. Рекомендую. Номер отличный. Классный. Нам очень нравится. Вон, ребята у меня не устают с горки на горку только гонять. Фу. Ну и с легким паром, короче. Рекомендую. Советую.